Ордатовский районный суд 11 июня принимал решение, где будет находиться в ближайшие месяцы 69-летний житель села Баева, который жестоко расправился со своей пожилой супругой, а потом закопал ее тело. В полицию об исчезновении пенсионерки сообщила родственница. 67-летняя женщина уже третьи сутки не выходила на связь. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска МВД Республики Мордовия совместно с отделом уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России Ордатовский нашли тело погибшей. Установлено, что убийство женщины в ходе ссоры, произошедшей днем 7 июня, совершил ее супруг. Вечером пятницы супруги, по версии следствия, поссорились возле собственного дома. Мужчина в агрессии схватил нож и несколько раз ударил женщину в грудь. Супруга скончалась на месте, а дальше мужчина совершил дикий поступок. Тело своей жены он перетащил в сарай, где расчленил при помощи ножа и топора, а затем закопал части тела в нескольких местах. Фрагменты правоохранителя обнаружили в лесопосадках и рядом с надворными постройками. В ходе следствия, как отметили в СК, пожилого мужчину проверят на вменяемость. Судом по ходатайству следственных органов в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в убийстве. Через 3 года супруги могли бы отпраздновать золотую свадьбу, но теперь есть вероятность, что на свободе сельчанин уже не окажется никогда. Анастасия Семушева, программа «Происшествия».